moldfutbol.com. Самые свежие новости молдавского футбола на главном футбольном сайте страны. E simplu și accesibil. Aleg cardul BMO pentru că țin la confortul familiei mele. Vino și ia cardul tău gratis, pentru că merită pe deplin. BMO. Несмотря на то, что в национальной дивизии продолжается пауза, футбол в Молдове не останавливается ни на минуту. Сегодня в Унгенском районе играются очередные матчи самого крупного турнира среди любительских команд BMO Regions Cup. Так что устройтесь поудобнее перед вашими мониторами и наслаждайтесь футболом. Конечной точкой нашего путешествия является село Унгенского района со звучным именем Загаранча, уютно расположившееся на берегу реки Прут, то есть у самой границы с Румынией. Если вас мучает вопрос, что заставило съемочную группу портала moldfutbol.com в такую жару, да еще и в воскресный день проехать в общем более 260 километров, то ответ будет самым простым – конечно, поболеть за наших. Каждую неделю на нашем портале вы наблюдаете за результатами матчей самого крупного турнира среди любительских команд BMO Regions Cup, который проходит второй год подряд. И учитывая, что турнир дошел до стадии 1/8 финала, к тому же матч носит международный характер. Местной команде Загаранча предстоит биться с сильной румынской командой Прутул. Мы решили вам показать все это изнутри. Люди просто изголодались по футболу, по зрелищу, и поэтому мы решили для них организовать праздник. Разыгрываем призы лучшим знатокам матча, кто отгадает счет. Символически, но все равно приятно. Средняя посещаемость почти что 450 человек на матч. Многие команды даже национальной дивизии не собираются, только зрителей. И поэтому в этом году мы решили увеличить количество команд и пригласить вот даже иностранцев. Благодаря вашему сайту очень много желающих команд. Просто мы ограничили, выбрали те, которые нам удобны по регионам. Конечно, наивно ожидать от любителей футбола на высоких скоростях, но изюминка данного турнира кроется не в качестве футбола, а в возможности простых молдавских жителей забыть о повседневной рутине и отдохнуть душой. На эти игры люди ходят не только, чтобы поболеть за своих любимчиков или посмотреть футбол. Такие мероприятия для местных жителей, как квази среди пустыни, скрашивают их будни и становятся поводом для общего веселья. Возможно, они даже не в курсе, что в этом году Барселона выиграла Лигу чемпионов или что совсем недавно Аргеевский Милсами дебютировал в Лиге Европы. Но зато они довольны, что у них есть свой родной ФК Загаранча, который прямо как в большом футболе в драматичной борьбе выиграл путевку в 1/4 финала на последних минутах. Turneul, după mine, spun că este bun pentru că întâlnesc mai mulți tineri care sunt dornici să afirme din comunile din prejurimile, știu, Ungheniului, a Chișinăului și așa mai departe. Deci este un turneu binevenit pentru toți tinerii. A fost o experiență extraordinară, mă bucur, sunt mulțumesc băieților care a fost cu mine împreună și am luptat, am pus toți umăr la treabă și am câștigat. Несмотря на то, что турнир проводится лишь второй год подряд, у организаторов самые дерзкие планы на будущее – создание собственной Лиги чемпионов. Команды варятся в одном соку, и им не интересно, как бы нет развития. А когда они выезжают в другие районы, у них появляется интерес. Если получится, вот идея – это сделать Лигу чемпионов среди победителей всех региональных чемпионатов. Компания BMO выступает здесь партнером. Это как бы фактически за счет энтузиазма нескольких работников. Есть у нас партнеры «Кристаллина Депуркарь», торговая марка «Пиво Черниговская». Мы открыты для других партнеров. Несмотря на принципиальность матча, все-таки футболисты бились за выход в полуфинал. Сразу же после окончания игры они решили отдохнуть и приятно провести время на берегу реки Прут. Единственная преграда между этими двумя командами. Отдых футболистов-любителей после матча – это уже тема для другого сюжета. А мы с вами просто посчитаем, сколько населенных пунктов есть в нашей стране, где профессионального футбола никогда не видели, но где футбол все-таки живет благодаря таким турнирам, энтузиастам, командам и футболистам. Moldfutbol.com. Ultimele știri din fotbal autohton. Pe primul site de fotbal din Moldova.